вам принес. Где подарок? Вот какой мешок. Здравствуй, Снегурочка. Привет, Дедушка Мороз. Здравствуй, гусь, обнимусь. Здравствуй, Снежок. Здравствуй, дедушка, мы тебя так ждали. Здравствуйте, родители. Тепла, уюта, хранители. Ну что, будем праздник продолжать. И мешок мой открывать. Так, ой. Ой. Был мешок, припоминаю, где его забыл, давайте его сюда. Так, 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 все, отпускайте, давайте. Отпускайте, отпускайте. Так, отпускайте. Вот он. Опять убежал. Так. Ну-ка, все, отпускайте. Так, где тут мой мешок? Вот он мой мешок. Ой, опять убегает. Ну-ка, раз, два, три, мешок, замри. Всего, зафиксировали. Какой-то странный мешок сегодня в этом году. Наверное, я переколдовал его, перетудил. Надо какое-то волшебное заклинание. Так, заклинание, заклинание. Ничего не помню. Снегурочка, а ты помнишь? Давай попробуем. Мешок, мешок, встань передо мной, как лист перед травой. Опа! Ой, не хочет вставать, что-то не работает. А может быть другое заклинание? Какое заклинание? Давай попробуем. Мешок, мешок, встань ко мне передом, а к лесу задом. Мешок, мешок, встань ко мне передом, а к лесу задом. Пум. Три. Не хочет. Ребята, скажите мне, а какие вы знаете заклинания? Кто мне подскажет? Может быть, какое-то другое нужно? Давайте, ну-ка, кто знает? Поднимайте руку. Какие можно сказать? Какие не знаете надо заклинания? Подскажи заклинание, дедушке Мороз. Мешок, не беги. Волшебный. Не работает. Еще какие? Абракадабра. Ну-ка, все ручки вверх поднимите. На мешок направьте, скажите. Абракадабра. Ой, как его ломает. Нет, не то. Еще. Взрослые, помогайте. Кто помнит? Ну-ка, из детства. Погрузились в детство. Кто смотрит? Кто помнит сказку Али-Баба? Нет, не знаю. Сезам, откройся. Давайте все вместе. Сезам, откройся. Нет, не хочет. Дедушка Мороз, погодите, я придумал. Ну-ка. Да, мешок помнем, конфеты помнем, что будет потом да, есть. Да, сейчас все подарки помнутся. Мешок, может он сам вам скажет, что он хочет, но почему он не открывается?